Всем привет, с вами Игорь. Сегодня проведем эксперименты, которые я обещал в прошлом видео. Суть эксперимента с тепловым насосом — выяснить, насколько увеличивается потребление компрессора теплового насоса от потребления электроэнергии, от увеличения температуры в системе отопления. Вот сейчас у меня в системе отопления домашней в доме 25,4 градуса. Вот. При давлении почти 15 бар. Видите, да? Вот. Температура растет. Я ее только включил. И заснимем это. Я собираюсь выяснить это на температурах 25, 30 и 35 градусов. Мы увидим, какая у нас тенденция к росту потребления электроэнергии, и потом, соответственно, можно будет посчитать и коэффициент эффективности. Так, сейчас пойдем посмотрим потребление электроэнергии при такой температуре. Итак, вот я возле ваттметра, который подключен, ну, тепловой, вся тепловая установка моя, вся там с насосом, с ваттметрами, подключена через этот ваттметр. И вот мы видим, он сейчас тянет 814, 13, 12, 11, 15. Ну, запишем 800. 12 пускай ватт, да, в среднем. Какие-то разные показания, плюс-минус, даже вот 806, 805. Хотя вроде напряжение одинаковое, но что-то мощность туда-сюда сильно прыгает. Непонятно почему. Упало вот до 805 ватт, 806. Странно, что так мощность прыгает, или ваттметр такой, или что оно такое. Вот опять растет 808, 809, 13. Ну ладно, пишем 810 ватт. Вот у меня листочек тут. Потребляемая мощность, температура в системе, и посчитаю потом коэффициент эффективности. Так, 25 градусов у нас тянет 810 ватт. Вот, ну все, отключаюсь и ждем повышения температуры в системе отопления до 30 градусов. Так. По прошествии какого-то времени температура поднялась в системе до 30 градусов, да, ну, 32, если быть точным. Давление при этом, сколько тут, 15, 16, ну, почти 17. Почти 17 бар. Там, да. 15, 16, да, между 16 и 17 сейчас бар стоит. Так, и идем смотреть, какая потребляется сейчас мощность компрессором. Так, вот мы возле ваттметра, смотрим. Сейчас лучше вот так вот переключу. О, так больше цифры. Вот, вот это вторая строчка, 880. 2883 ватта. Примерно так вот. Где моя ручка? Записываем. Ручки уже где-то нет. Ладно, запишем карандашом. 30 градусов. 883. О, правильно? Ну да, 884, 86, 87. Ну, в среднем оно там чуть-чуть туда-сюда прыгает. Почему-то. Напряжение то же самое. Так, ладненько.
Ждем повышения температуры до 35 градусов. Так, вот у нас уже 35,3 градуса в системе отопления. И давление при этом, не знаю, как его видно, не видно, ну, почти 19 бар. Так вот. О, почти 19 бар. 35,4 уже даже. Так, идем смотреть потребляемую мощность при этом. Так, и при этом у нас тепловой насос потребляет, как же я настроить, о, 945, вторая строчка, сейчас переключу, о, вот так вот, вот видите, да, 945 ватт, напряжение примерно то же самое. Так, записываем 30 градус, 35. 945. Так, все, теперь мне осталось посчитать куб, коэффициент эффективности. Итак, посчитал я коэффициент эффективности, исходя из вот этих вот цифр. Как я считал, там у меня есть на канале, плейлисте «Все про тепловой насос». Видео называется «Эффективность моего теплового насоса». Я там рассказываю, как я считаю. Я по такому самому принципу посчитал и тут эффективность. Итак, при температуре в системе отопления 25 градусов, а еще надо сказать, что вот это не потребление самого компрессора, это потребление всей установки в целом, и с термометрами, ну термометры там 2-3 ватта тянут, то и с насосом, который перекачивает из скважины в скважину, вот, переливная система, вот, так что вот этих цифр надо отнимать 130 ватт, вот минус отсюда 130, минус отсюда 130, минус отсюда, и мы получим только тогда потребление самого компрессора, то есть компрессор увеличивает потребляемую электрическую мощность, насос нет. Итак, при температуре 25 в системе и потребление компрессора, ну, я уже буду говорить, пускай 810, потому что это надо отнимать минус это, 130, вы уже поняли, да. Коэффициент эффективности 5,3. При температуре в системе отопления 30 градусов потребление всей установки 883 ватта и коэффициент эффективности 4,8. При температуре в системе отопления 35 градусов потребление 945 ватт общее и коэффициент эффективности уже 4,5. То есть видите, да, какая разница. Ну и тут, соответственно, экономия электроэнергии выходит примерно, сколько тут, ну, 945 минус 810, 135 ватт, да, 135 ватт. Ну, вроде бы, на первый взгляд, немного, как бы, и немного, но если учесть, что тепловой насос работает довольно много часов, вот, у меня он в сутки работает, ну, где-то часов 5, а то и 6, наверное. Ну, это сейчас, когда будет холоднее, то, наверное, и больше будет работать. Да, больше. Вот. Сейчас где-то 5, 6, 7 часов в сутки он работает. То и получается, что набежит тоже неплохая такая сумма в киловаттиках. Там, ну, за 10 часов 130 ватт, это уже кило 300, за 100 часов это уже 13 киловатт, ну и так далее. Вот, чтобы увеличить вот эту коэффициент эффективности и уменьшить температуру в системе, я купил еще два радиатора. Вот, размером 1,80 м, 22-го типа, стальные радиаторы. Один размером 50 на 180 и еще один 50 на 140. Вот.
И с помощью их я рассчитываю, что мне уже не надо будет поднимать температуру в системе отепления до 35 градусов, так как сейчас. Вот, может быть, даже только до 30 у меня получится. Вот, и соответственно у меня увеличится вот коэффициент эффективности с 4,5 до 4,8. А это уже экономия электроэнергии. Вот, ну, короче, одни плюсы. Вот, и вот как-то так оно получается. Вот можете наблюдать такую тенденцию. Думаю, если еще больше увеличивать температуру в системе, тепловой насос может это сделать. Он может накачать и 40, и 45 градусов. Вот, ну и там будет, соответственно, тоже коэффициент эффективности настолько падать, ну, пропорционально, я думаю, вот этим цифрам с каждых 5 градусов. Ну, я так думаю, это надо, конечно, опытным. Но мне кажется, что примерно так он и будет падать. Ладненько. В следующем видео уже покажу свои новые радиаторы. Точнее, что они дали. Какой результат. Уже повешу их в систему, залью, подключу. И будем смотреть, какая будет результат. Ладненько. Всем до следующих видео. Всем пока. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Какие вы хотели еще увидеть видео про тепловой насос. Может, что-то кому-то интересно замерить там. Все, всем пока.